Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 22 по Московской области сообщает о закрытии с 12 августа 2019 года территориально обособленных мест в городе Краснознаменск и Звенигороде. Связано это с уменьшением объема предоставляемых услуг налогоплательщикам и расширением возможности получения услуг ФНС России в электронном виде или в рамках одного окна в отделениях многофункциональных центров. Также продолжает свою работу единый федеральный номер контакт-центра ФНС России.